Пиздец, надо. Да, точно, там точно нужен паспорт Франции, походу. Невозможно нихуя найти в этой игре такого уровня. Очень-очень тяжко такое искать. Всем чар можно там саппорт принципе нужно делать вообще не запариваясь, по идее. Без совсем проходных ранов, если. Всем херовых. Там, по идее, не так сложно. Просто нужен лос хороший и ден хороший. Охуенные нужны. Первые два хотя бы дальше, чтобы типа, все нормально было. Без проседаний жестких. Так, поехали. Два. Два. Тирейт. Тирейт хорошо. Глаза тоже хорошо. Глазов много. Четыре глаз. Четыре глаза. Ну, четыре глаза. Может даже больше. Может шесть. Короче, глаз много. Так. Book of Dead и Analog Stick. Получается, да? Наш старт. Book of Shadows не то. Это все не то, это все не то, это все не то. Короче, я выиграл. И тут я выиграл. Причем даже с тирейтом у нас типа тирейт просто базовый, да? Плюс-минус. Даже с плюс тирейтом. Не то, чтобы мы что-то прям сильно много получили. Ну, ладно, хоть что-то получили правильно. Грех жаловаться. Что-то доедали. Таблетки, конечно же, юзаются. Это, конечно же, бомсаки, который примерно полностью бесполезен. Господи, не сделали букву D6 рум. Зачем? Прям уж такая-то была полезная вещь, чтобы ее делать 6 рум. Заряд. Серьезно, 6-6 рум. Куда 6-то рум? 4 было более-менее вроде. 6 много. На большую руму, наверное, надо. Костяшка. Одна? О, одна, окей. 6 рум заряд. Гениально. Ну ладно, очередная, видимо, активка стала бесполезная. Может, их хп стало больше? Трахает, да хуй его знает. По-моему, очень долгий перезаряд, по-моему. Правда, конечно, хорошо, типа дают, эти дают. Орбиталки дают. Это плюс. Это большой плюс. Может не обратно? Может не обратно хп больше? Да нет, что-то не похоже. Ну, посмотрим. Может, я недооцениваю силу Book of Dead. Как бы никогда не был особо фанатом Book of Dead. Прямо жестким. Машинку не знаю, да потому что... Да нахуй надо, а нахуй я не пошел в Кюрсум, бля, я ебанат. Ладно, пошли теперь разбивать Eternal Heart. Да ща я солю стрик опять и все нормально будет, волк. Не ссы. И там потом все обнулим. Нет, там Magic Skin. Еще лучше. Жми, нет. Нет. Не буду это нажимать. Отвалите от меня, не буду эту хуйню нажимать. Отстаньте от меня. Сами эту хуйню жмите. Отвалите. Тупой, плохой айтем. Прохнуло, с ноль удачи, окей. Ладно, там уж один удач. Но вроде вверх округляет. А точнее открыл? Пора боже. А чей это анлок?
даже не знаю, чей это анлок. За кого это было? Что это вообще анлок даже? Я думал, это сразу было открыто. Magic skin. Дамокл открыл. А, это братьев? Ебать, конечно же. Классные братья. А Дамокл что это? Даракрума братья, что ли? То, что сегодня прошел? Это херня. Да. Классно. Классная ставка. Спасибо, Либра. Окей. Найс деньги, найс удача. Так, где юзаем? Здесь юзаем. Это много врагов. Тут нужны румы с блохами, да? Прям пиздец нужны румы с блохами, наверное. На Book of Dead. Там нормально будут, наверное, с них проки. Костяшек. Только где они? Ты ж в костер не убьешься, мальчик, правильно? А, прям за мной ходит, молодец. Скелетик-то это. Ручной. Блять, не иди на бомбу, придурок. Тупой скелет. Ой, нахуй, короче, нахуй этот Book of Dead, дайте мне свечку. Не расстройся от этого ебаного Book of Dead, серьезно. Просто нахер. Взял, убился. Зачем? Зачем он это сделал? Свечка норм. Нифига там проки. Спасибо. Ебать. What? У меня что, Lucky Food? Что это за проки? А чего? А, они так не убиваются, забыл. А, вообще не убивают, подожди, можешь их убить или типа вообще их не убьешь свечкой потом? Окей, ладно. Никак не убить. Я пытался. Блядь, это мерзкий нерв, пиздец. Типа, свечкой убить, потому что ты, блядь, еще хуже делаешь. Типа себе еще хуже делаешь. Ты свечкой. Да, удача больше нуля. Удача 3 или больше нуля. Да, и пауки. Плохие пауки. Нажать. Yeah, that was a huge payout. I did not expect that to happen. Eat? Нет. Термит. Спейцы. Мун карта. Имперор карта, окей. Кайф. Сюда полетели. У меня бомбы нет. Wait, what? А с чего? А где айтем? Какие, блядь, ключи, в смысле? Ключи? Да, я хотел айтем, а не ключи. What? Я такое впервые вижу. Окей. Okay. Выгодно. Бэттрип, ага. Тюрзап, ага. Вопросик, ага, хелсдаун, ага. Шел сюда, ага. A16. It's going well. Just like throwing tricks. Left and right, but it's fine. It's not a huge trick anyway. Just practice, I guess. How you doing? You're doing good as well. Ключ. Степашка. Или Степан. Степан или Степашка? Вечный вопрос. Что же это будет? Кто же это будет?
Что это за покемон? И это будет, конечно же, очевидно, что это будет. Это будет Степашка, очевидно. Какая клевая сделка. А он не умер. Да, это мне, наверное, пофиг. Я маппинг оставлю. Пох мне на эти айтем-румы в бомбе. Стали проще. Да, на самом деле, рано делать выводы. Что ж, сложнее, что легче. И раньше были седы всраты, и сейчас есть седы всраты. И раньше я делал хуйню, и сейчас я делаю хуйню, поэтому... Наверное, пока рано судить. При том, что игра еще вдруг еще изменится, кто его знает. Может быть. У меня не маленькое что-нибудь поменяет, и вообще может все сильно изменится из этих изменений. Может быть. Вряд ли, конечно, но кто его знает. Кто этих псов знает, что они там еще сделают с этой игрой? Что в целом... В целом... Особо ничего не изменилось. Потому что он все-таки 100 стрик уже был почти у меня. Это уже говорит о том, что игра особо не поменялась. Потому что даже сделать 100 стрик, типа, если игра позволяет, значит все нормально. Значит, стрики все еще, ну, делаются спокойно. А дальше там просто нужно как тебе повезет, как ты сыграешь и т.д. и т.п. Там уже просто, типа, набор факторов. Но 100 стрик, если он делается, значит уже с игрой все норм. Это очевидно. Если на ИД не может делать 100 стрик. Особо не запариваюсь, тем более. Значит, принципиально ничего не изменилось прям сильно. Прям катастрофически. А дальше это уже там уже, ну, как седы пропнут, как сам пропнешь в этих седах. Следить, конечно, все еще можно где угодно. Плюс всякие ТМ-трейнеры добавились, алабастер-боксы, которые могут тебя, типа, на одно хп затроллить. Или вообще убить нахуй, если там, типа, Абадон, возможно. Возможно, он тебя убьет. Пока еще тоже неизвестно. Типа, я вот хочу увидеть сид, типа, алабастер бокс и, типа, без красного хп старт на Едене с Абадоном. Потому что мне почему-то кажется, что все-таки хп уйдет, типа, это. Не в алабастер уйдет, а, типа, оно уйдет это. В хп Едена уйдет. Но если оно уходит в алабастер, то это, типа, инста-смерть. Потому что у тебя нет хп, и типа талабастер будет еще не заряжен. Это просто будет гениальный дизайн. Если это будет так. Вот это было бы мемно. Прикиньте, не знаю, будет там ран перед ВР-ом. Тебе просто дают алабастер, Абадон и рипстрик. Бля, это ж просто было бы так эпично. Если какой-нибудь такое прокнет. Здесь у меня. Просто шел. Три года разработки нашел. Или три года тестинга. Тут уже кому что больше нравится. Короче, жопа. Но опять же, не будем судить раньше времени. Возможно, там все нормально. Потому что нужен именно старт такой. Нужно, чтобы типа у тебя старт был именно вот алабастер бокс Абадон. Сходу. Типа не пикап, чтобы это был в руме где-то или там со сделки, а именно чтобы был старт. Вот у тебя есть Абадон, есть алабастер бокс на Едене. Типа нужно сид такой увидеть, найти. И проверить. Friday, I will leave you really soon. Probably after this run, maybe... Okay, maybe I will do another run, we'll see. I don't know. We'll see. Говорю, по сути, что они сделали с игрой, основное, просто добавили много сложной новой херни, а все остальное, там все эти нерфы и балансы, особо ничего не изменили. Опять же, для обычного плея, для спидрана, да, там стало все плохо, там все стало очень плохо, но типа для просто стриков и просто анлоков, по-моему, ничего не изменилось принципиально. Господи, сап. Honor Keris, thank you for the sub, man.
Hey, Psych. Yeah, I'm doing good. How you doing? You're doing great. Almost got enough sleep today. But not really. Slept like maybe 6 hours today. Maybe 7. Probably 6. It's fine, I will sleep tomorrow, I guess. Thanks, dude. Thanks for luck. Thanks for us up again. Good luck, we need always. Hopefully this will be the one. This will be the streak that I won't troll today or tomorrow. At least for a couple more days. Let's stick with this streak now. А можно... Блять. Нельзя. Ну-ка. Дэмэдж. Шина в Кёрс-руму. Хотя, да, я уже был в секретке здесь, но не стоит того. Может быть, на другом этаже. Заюзаем. In the streets to chess, horror, in repentance? I don't think so. I think it's pretty much the same. I feel it's pretty much the same. But nothing really changed in this regard. But like I said before, I said this in Russian. If game allows you to have like 100 plus tricks, it means everything is fine. Barcano. Nothing really changed. Because if you can do like 100, you can do fucking 1000 eventually. If you will push for it, it's definitely doable. Lol. Okay. Интересные ходы. What the fuck? Нормально. Пробурились. Так, вообще я хочу магаз с этим руму, правда. Давайте-ка немножко поприменим. Неудобно встал. Да. Ну, бомб мало, да, бомб, дрочь. Бомб мало бомбы. Вот с этой бомбы надо беречь. Вот. Вот! Вот чему игра сегодня научила нас. Бомбы нужны пиздец. У меня было бы 2-3 бомбы лишние, я бы тот файт бы прошел. Вот реально, вообще легко. Очень-очень нужны бомбы. Так что вот. Бомбы надо, чтобы были. Надо вот как-то привыкать бомбы, типа, не транжирить. Без необходимости острой. Надо их сохранять. Мне сложно к этому привыкнуть. О, привет. Редкий дикий дайшард. Я, по-моему, видел дайшард раза 3 назад. Наверное, последний месяц. И тут он поди сломкой, наверное. Так, это, кстати, фарм. Это фарм-айтем. Это дикий фарм-айтем. Это при уроне, по-моему, там дропается хп, да, по-моему, за который нужно бегать. Это можно очень жестко фармить. Хрень, разве? Я, по-моему, с этой хренью фармил конфессионал. Очень неплохо. Этот автомат ангельский. Чё, по фарсу? Фарсу? Какой фарс? Никакого фарса. Только фарм. Только пока не знаю, что я фармлю. Что-то фармлю. Что-то явно фармлю. Но пока не знаю, что. Может быть, ангела. А.
Стелки нет. Отбой. Пока фарм отменяется. Фарма нету. Стоп. Подожди. Там же была Ера, да, ведь? Там была Ера. Фармил стрик, это тоже правда. Получается, фармим, потому что стрик новый, и мы его фармим. Получается, фармим новый стрик. Интересно. Тут много дропов, так что, наверное, можно попробовать. Что-то будет интересно. Наступлю на шипы. А, стоп! Я же могу ластом это сделать. Лол, вообще проблемы нет. Тут-то лоса пригодится. Не, ну лострик не хочу. Лострики пока, я думаю, хватит. Да, стрик опять минус. Извините. Пожалуйста, извините меня. Стример... Криворукий. Ему тяжело даются стрики. Очень тяжелая эта вещь, стрики. У меня ж мантия есть, у меня мантия вроде есть. Если что. Тролы все одинаковые. Отдай. Ту-ту-ту-ту-ту. No, my English is not good. Just enough for Twitch. It's barely enough for Twitch. Enough like to communicate with Twitch chat. Don't really use like English in my life. Except like Twitch. I fuck your bullshit. I become back my money. Уже поставил мод. Говорят, уже мод есть. На этот мем. Омега мем. Хочу поставить. Там уже, ты даже, по-моему, два уже мода есть. Там, бля, один босс был смешной, где челик умер от этого. От типика, от Терсегиона, по-моему. Вот там была в тему, да. Типа экран смерти, там это фраза это. Все сообщение. Типа экран смерти с этой хуйней. С этой пастой. Это в тему, да. Это в принципе, норм. Это go fight. Тоже хороший мод. Там что-то Эдмунд спрашивал в Твиттере, типа, про моды. Типа, юзаете вы их или нет. Интересно, нахуя это надо спрашивать. Не дай бог, они опять будут какие-то патчи делать на моды. Вместо багфиксов. Сука, не дай бог. Нахуй эти моды. Сука, чините игру, уроды. Какие нахуй моды. Надо баги чинить. Грек ММО. Хайп. Еще будем рейдить Грега, чтобы у него было хотя бы человек 40 онлайн. На ММО. Будем спасать Грега. Правда, это будет не очень долго, на пару минут, потому что все уйдут один хер. Ну хотя бы временно. Хотя, мне кажется, ему похуй. Черик тупо вайбит. Правильно делает. Сколько у меня будет на инфейсе? Должно человек на 50 на будет. Если хотя бы 100 будет. У меня было раньше уже под 100 человек на инфейс, по-моему. Типа, в лучшие дни. Ну, она в пике, конечно, типа, не средняя, но типа... Там бывало 100 на инфейсах. Скоро узнаем. А, не очень скоро. Наверное, в июле. Может быть, в июне. Не знаю. Посмотрим.
Надо хотя бы на 100 стрик сделать, потом можно будет сделать на перерыв, наверное. По выходным может бегать типа НФС, что-нибудь такое. Типа выходные с НФСом сделать. Пару недель. Да, интро вроде видел. Не, подожди, интро не видел, я видел только этот. Только видео от челика этого. Типа с этого. Приду колонна, по-моему. Ребята, я ниоткуда не увольнялся. Я нигде как бы и не работал. Ну я ж фрилансерский ебаный. Откуда я могу уволиться, Битрей? Даже в теории. Видос? Лучше в Дискорд. Потому что один хер сейчас не буду его смотреть на стриме же. В Дискорде его потом глянул. Видали изи байт на Дискорд. О боже. Там, в принципе, вот только бывает Skyfox немного это. Кринжует. Так обычно норм. Там анонсы дикпики и кринж от Skyfox. Но дикпики это собака-волка. Его за дик зовут. Это, возможно, он больше не будет кидать. Только вчера одно фото скинул. Возможно, больше и не будет. И то за лайки, да. Эх. Не от чистого сердца. Я сделал. Видишь, опять, бомбы не берегу. Надо беречь бомбы. Нахуя я тут писал бомбу? Нахуя? Бомбы полезные. Бомбы важный ресурс в этой игре. Нельзя их так транжирить. Ну этаж. Что нам постраш, постраш. Чутка не успели, ока. Чуть-чуть не успеваем. Четыре пять вольт, ускоряет зарядку. А он ее вообще меняет как-то? Он либо ее ускоряет, либо она не меняет. Но по идее, если типа зарядка также идет. То, наверное, маленько бы ускорял, но я думаю, он не работает, наверное. Мод кинуть? Ты говоришь, там видео есть. Если просто видео, то можешь скинуть просто в генерал. В общий канал можешь скинуть, там все оценят, и я потом оценю. Да, там, скорее всего, видимо, нет эффекта, я думаю. 4-5 вольт, наверное, на такие зарядки не работает, типа Glass Cannon, свечки, там, Butterbean, Wait What. На такие айтемы. Стрики на мать. Ларс, да, такой делает стрик. Можно делать, но там тебя в теории могут затроллить, не дав ключи два этажа подряд. Не, можешь скинуть ссылку на мод, да. Если там видео есть внутри, то в принципе какая разница. Можешь и видео, и мод-то скинуть, например. Можно и так, и сяк. Просто лучше видео, потому что видео сразу можно нажать, это удобнее. Если там YouTube видео, это сильно удобно. Чтоб на лишние сайты не переходить, то не хочет этого делать. Короче, мать-стрик я попробовал, но он, не знаю, на мой вкус он дико нудный. Типа там нужно фармить прям
Надо фармить. Я, конечно, люблю фармить, но я люблю ебжай быстро, если это возможно. Там, типа, это невозможно. Там надо прям фармить, фармить, фармить. И этот ключ собирать каждый раз, этот, блядь, зазеркалье бегать, этот от мамки там бегать. С этой бешеной. Эх, не знаю. Это типа весело было вроде первый месяц, но типа, блядь, делать это каждый ран. Я хз. О, я могу так делать, лол. Синергия с аналог стиком. Вау. Вауви. Синергия. Что-то я даже внимания не обращал до этого. Ну говорю, там все-таки проблема главная, что тебя в теории могут затроллить, и тогда не знаю, что делать. Типа, если ты не получаешь ключ за два этажа, то чё, всё, минус трик. Или типа делать ран куда угодно, один. Короче, не очень такое. Всё-таки, как по мне, лучше либо чест, либо даркрума. Либо даже бис, но бис скучновато, по-моему. Там этажей мало. Типа там эти реверсы тоже, конечно, тоже прикольные, но такое. Тут у тебя и бомб, и типа и Шео, там кафедрал, и потом чест Даркрума. Больше контента. А, у него минус 3. Ну вот это я уверен. Ларс-то такого, конечно, себе вроде не позволяет. Таких вольностей. Так что да. Ну, типа, вот это вот грустно. Типа стрик потерять, потому что игра просто тебе нихуя не дала. Ключ для два этажа. Это довольно звучит печально. Поэтому я вряд ли буду такие стрики делать, наверное, в ближайшее время. И опять же, забавно, конечно, все эти альтажи, эти мать-файты, но... Когда уже, типа, поиграл уже в этом месяце, уже как-то сильно прям вроде не тянет. Но может быть, говорю, потому что там сильно надо много фармить. Типа, надо много фармить, надо собирать ключ каждый раз. Типа, я уже, наверное, все-таки, наверное, сундуком уже испорчен. Все-таки сундук стрик, он, конечно, более такой динамичный, что ли. Правда, конечно, он посложнее, наверное. Хотя вот по сложности я вот что-то, я не знаю, прямо сильно ли сложнее стрик на мать, потому что там, по сути, сложно в начале, типа, сложно. Если у тебя хп нет, там билд говно. Типа, альт-этажи, там какой-нибудь дросс, какой-нибудь, если херовый прокает, то, наверное, больно. А потом, типа, там обычно у тебя все нормально уже, как правило. О, опять тот мем. Бьютифлай. И, по сути, там, типа, мавзолей этаж сложный, а после него полная хуйня. Типа, корпусом даже легче бомба, по-моему. Вот этого даже легче. Иной раз. Корпус этаж очень легкий. Там босс сложный, может быть, первый. И то, типа, через раз там боссы сложные. И мать сложная в конце. Но при этом ты доджишь здесь, например, как кафедрал, который этаж очень хуёво, если нет бомб, и там румы тоже конченые. И чест доджишь, в котором тоже миллион конченых рум. Ну вот, поэтому, типа, он сложнее, но не прям что в миллион раз сложнее. Это такой стрик. Но сложнее все-таки, наверное. В общем, наверное, числе оно все-таки посложнее, наверное, делать на мать стрики. Я говорю, просто мне на них не хватит терпения, это 100%. Я так не могу играть. Мне надо ебашить в точку. Я нахуй что-то вижу и хочу, типа, выигрывать все. Ран. А там, типа, надо фармить. Потому что там, типа, как-то я взял, типа, две сделки, остался на 2 хп, просто в двух румах умер в этом... Как его, блядь? Мавзолее этом мерзком. Там, типа, надо хп постоянно оставлять. Хотя бы до корпуса. Вот в корпусе вроде делать нечего. В корпусе вроде все нормально. Потом. Какая-то фарм. Ладно, плохая рума. И в целом, мне кажется, все-таки, наверное, в итоге все равно будут все стрики делать сейчас. По итогу. Когда все это уляжется. Мне кажется, все равно ничего особо не изменится. Пейфрайдов. Have a good day.
Это вот так. Понял? Увидел? Да. Да, да. Вы все правильно поняли. Вы все верно поняли. Абсолютно правильно. Тут вы не ошиблись. Твою мать. Жигарды мерзкие. Тебе не надоедает делать 1000 забегов? Ну, смотри, не было бы стыков, наверное, бы надоело. То есть какой-то челлендж пресловутый. Появляется все-таки какой-то интерес. Без него, наверное, я бы уже бы не играл столько в эту игру, наверное. Типа нужны либо стрики, либо спидраны, либо что-то, короче. Что-то, короче, нужно, чтобы продолжать в эту игру играть. Чтобы был интерес. Я его взорву, я зову, что у меня бумербой. Ладно. Его долго фармить. Потому что, грубо говоря, просто игру перепроходить каждый раз, типа делать анлоки бесконечные, это вряд ли можно делать постоянно. Это надоест очень быстро. Просто, типа, за всех этих персонажей закрывать по 100 раз. Тут, типа, более интересный контент. Более однотипные. Спидран нового сейва. Возможно будет, но я думаю, не сейчас явно. Это сильно потом. Вот это, наверное, будет, когда уже реально будет, наверное, вот последний DLC, не DLC, короче, последние апдейты будут. Вот там, наверное, мы этими займемся. Не раньше. Наверное. Где-то вот так. Потому что я же говорю, тут еще будут патчи, и мне кажется, очень много. Очень-очень много будет патчи, пока они все допилят. И когда уже будет вот финальная версия игры, прям вот все, прям конечная. Все они, типа, все баги исправили, якобы. И вот напишется вот это. Мы все починили, пацаны. Можно играть. Вот там, наверное, можно будет сделать. Опять этот ран, типа на full save speedrun сделать. И там уже начинать новый стрик, наверное, как раз таки. Семь альтчар спидрана ждем. Альтчары... Там, конечно, можно найти 7 чаров нормальных, но... Хз. Альтчары как-то тоже поиграл, и что-то особо уже в них и не тянет. Там буквально треть, наверное, хороших персонажей из всех. Ну, типа, интересных. Ну, ладно, может, половина. Потому что там, типа, половина хорошая, половина, типа, всякие ласты, киперы, эти, якобы и прочие лазари, которые просто, типа, сложные. Но не спидрабельные абсолютно. Очевидно. Вообще никак. Типа, спидран там кто будет? Там будет какой-нибудь Самсон будет, Азазель, наверное, будет. Погодным будет 100%. Айзек, возможно, будет. Мэгги, кстати, может быть, будет. Возможно. Потому что она может, типа, это, румы хорошо чистить. Только боссов не очень. Якоб вряд ли. Он все-таки сложноватый. Вот Лос будет точно. Лос очень мощный, потому что у него очень хороший пул айтемов. Его можно спокойно там ставить на слот первый и просто на нем типа старт гриндить. Хороший. Вообще легко. Лос норм. Каин. Каин, блять. Там хотят типа его запихать, но я думаю... Хотя он может быть стоять, наверное, первым наоборот. Типа Лос вторым.
может быть. Типа на Кайне там фармите эти вот приколы там все-таки. Редстюете, фармите прочие странные штуки на Кайна. Хз. Господи, вот, вот на Кайне я так не хочу на нем играть. Поэтому я вообще не думаю, что буду этим заниматься. Если там будет Кайн, типа это будет типа оптимальный персонаж, я точно в это не буду влазить. Это ужасно. Джудас, наверное, нам нормально. Наверное, более-менее. Ну, с этой активкой его мемной. Коробку, да, Алабастер уже понерфили. В Roblox играю? Нет, я не играю в Roblox. Я не играю ни ушел, кроме Айзека. И пикак, наверное, мне не нужен. Наверное, мне и пикак не нужен. Потому что... Потому что Тартар бил, наверное. Опасно будет. Неудобно. У меня вроде ничего нет на эпикак. Правда же нет? Ничего, синергии нет на эпикак. Хороших. На экране же играл, значит ты в Roblox играешь. Справедливый вывод. Один теперь бешеный. Просто бешеный. Такая скорость. Что это за рум? Там собака выла. А где она выла? Видимо, с другой стороны. Wait. Подожди. Это ж... Это чё, это то, о чем я думаю? Ага. А, не, хуёво. Ладно, подумал, может будет сверху, типа, в той руме. То это было бы интересно, так не особо интересно. Не сильно интересно. Вот реально эти... Горячие куски мяса, мясо ужасные, они какие-то сильно дикие. Особенно в хардмоде, типа в нормале вроде они не так сильно бесят, но в хардмоде просто ужасно. Сильно быстрые. Слезы эти. Блин. Найс дилей. То есть у тебя странные вопросы. Пожалуйста, прекращай это. А то я тебя сейчас разделю. Эй, бум, я просрал. Это хп интересно. Нашел. Символичная карта. Да, успокойся. Да, ты дикий, он сегодня в чат заходил. Говорит, уже дома даже на работу вышел. Не знаю, это хорошо это или плохо, что он на работу вышел.
Ну, вроде его отпустили. Правда, вроде его хотели положить при этом. Короче, сложно. Ну, вроде живой, короче, самое главное. Говорит, капельницы и таблетки выписали много. Наверное, нормально. Окей. Стрик 2.